Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Я на 100% уверен, что каждый из вас хотел бы заглянуть внутрь самого себя, получить возможность посмотреть, из чего состоит кровь, увидеть строение мышц или кто же на самом деле живет у вас во рту. Возможно, все не так страшно, как рассказывает нам реклама. В этом деле нам понадобится, хотя и учебный, но уже полупрофессиональный прибор с лечением не менее 1000 крат. Итак, позвольте вам представить микроскоп Delta Optical BioStage. Микроскоп поставляется в деревянном фанерном кейсе с ручкой и замком. К сожалению, внутри не предусмотрены полочки и упоры для микроскопа, нет ячеек для дополнительных аксессуаров. Но поверьте мне, этот кейс все равно существенно лучше простой картонной коробки. Полный вес поставки составляет 8,5 кг. Сам микроскоп и его принадлежности аккуратно упакованы внутри ящика с помощью пенопласта. В комплект поставки входит 4 объектива кратности 4, 10, 40 и 100 крат. Последний объектив иммерсионный, то есть предназначен для использования со специальным иммерсионным маслом. Отмечу, что 40 и 100-кратные объективы подпружинены, благодаря чему препарат и линзы объектива всегда защищены от повреждений. Также в комплекте широкоугольный 10-кратный окуляр WF-10X с полем зрения 18 мм, бутылочка с иммерсионным маслом, сетевой адаптер питания 220 вольт, матовый светофильтр для модуля подсветки, пылезащитный чехол, ключик для регулировки хода ручек фокусировки и краткая инструкция пользователя на русском языке. Изначально объективы выкручены из револьверной головки микроскопа и помещены в отдельные пластиковые контейнеры для более бережной транспортировки и хранения. При этом монокулярная насадка и отверстия для одного из объективов закрыты пластмассовыми заглушками. Базовая комплектация устройства позволит получить увеличение в 1000 крат. Но это не предел. Теоретический микроскоп рассчитан на увеличение до 1600 крат. Повысить кратность можно, доукомплектовав его 16-кратным окуляром. Микроскоп изготовлен весьма качественно. Корпус устройства цельнометаллический и покрыт светло-серой порошковой краской методом запекания. Минимум деталей из пластика, мощная устойчивая подставка – все это говорит о весьма надежной конструкции прибора. Вес микроскопа – 4,5 кг. Микроскоп оснащен наклонной 30-градусной монокулярной насадкой, которая имеет возможность поворота на 360 градусов, создавая комфорт при коллективных наблюдениях. Окуляр, входящий в комплект, достаточно качественный. Его линзы покрыты голубоватым однослойным просветляющим покрытием. Диаметр глазной линзы составляет 16 мм. Револьверная головка микроскопа рассчитана на 4 объектива с посадочным диаметром 20 мм. Смена кратности происходит путем ее поворота вправо или влево до характерного щелчка. Микроскоп оборудован нижней светодиодной регулируемой подсветкой и рассчитан на работу исключительно с прозрачными и полупрозрачными препаратами в проходящем свете. Скажу вам сразу, что 50% ее яркости хватает для исследований большинства образцов. Двухлинзовый конденсатор Аббе с сирисовой апертурной диафрагмой и держателем фильтра позволяет должным образом регулировать освещение образца. Диаметр ирисовой диафрагмы можно регулировать от 2 до 30 мм. Ирисовая апертурная диафрагма будет весьма полезной и позволит регулировать поток света для обеспечения лучшего контраста и разрешения изображения. Еще одно важное преимущество данной модели – это подвижный предметный столик, который может менять свое положение как по оси X, так и по оси Y. Теперь вам не нужно передвигать препарат пальцем. За вас это сделают микрометрические винты. Длина предметного столика 115 мм, а ширина 105. При этом диапазон его перемещения по осям 54 на 30 мм. С внутренней стороны стойки микроскопа предусмотрен стопорный винт, который ограничивает максимальное верхнее положение предметного стола, что дополнительно защищает объективы и линзу конденсатора от соприкосновения. Фокусировка микроскопа осуществляется путем смены положения предметного стола относительно объектива.
Ход узла фокусировки плавный и мягкий. Работать с ним одно удовольствие. Существует весьма удобная грубая и тонкая фокусировки. Наличие тонкой микрометрической фокусировки позволит вам точно сфокусироваться на больших увеличениях. Кроме того, вы всегда сможете настроить ход ручек грубой фокусировки под себя, сделав его более тугим или же, наоборот, ослабив ход. Подготовка микроскопа к работе проста. Просто вставьте окуляр-монокулярную трубку, крутите объективы и включите адаптер питания в сеть 220 вольт. Давайте теперь перейдем непосредственно к наблюдениям и посмотрим на качество картинки в микроскопе Delta Optical BioStage при увеличении 100 крат и 400 крат. В качестве препаратов для наблюдения используем образцы инфузории туфельки, дафнии, перца, пробкового дерева и шкуры жабы из готовых наборов препаратов Delta Optical 25 или Вингук номер 80. Микроскоп дает изображение с легким голубоватым оттенком и достаточно резкое и насыщенное. Искажения по краю поля зрения незначительны и малозаметны. С ростом увеличения качество картинки несколько снижается, что вполне естественно. Итак, данный микроскоп вполне можно назвать полупрофессиональным. Поэтому он идеально подойдет как для обучения, так и для гистологических исследований, проведения лабораторных анализов начального уровня. При этом он удобен и качественно собран. Имеется возможность расширить диапазон увеличений, установить темнопольный конденсер и подключить цифровую камеру. К сожалению, при наблюдениях в четырехкратный объектив нам не удалось достичь должного освещения по всему полю зрения. Впрочем, эту проблему практически полностью можно решить с помощью белого матового фильтра. Ну и, пожалуй, еще хотелось бы иметь в поставке минимальный комплект инструментов для препарирования, а также набор предметных и покровных стекол.